Чай с полезными травами заготавливают участники сельского клуба формирования «Умелые ручки». В его состав входят различные травы и листья, собранные мастерицами летом. Душицы, мята, вишневые, смородиновые, яблоневые листья. В эту смесь добавляют щепотку черного чая и упаковывают в пакетики. Они вкладывают в свое маленькое дело всю душу. Мы вот на сегодняшний день собрали достаточное количество этого чая. И мы хотим его отправить, чтобы они чувствовали, что про них не забывают. Мы их помним, ждем. И каждый, который приезжает, они всегда у нас посещают сельский дом культуры. Мы их встречаем, узнаем, как у них дела, их пожелания спрашиваем, что им в первую очередь необходимо там. Ну, они, конечно, так вот не говорят, что именно им необходимо, но мы так вот решили помочь. У Раисы Бахитовой, как и у Лиры Сидоровой, сын служит в зоне СВО, поэтому они объединились в крепкую сплоченную команду в стремлении доставить ребятам вместе с гуманитарной помощью частицу тепла и заботы. У меня сын ушел на СВО, ему 52 года, хотя и отговаривали, но решил так. Говорит, надо мне тоже, потому что дедушка воевал, всю войну прошел отечественную. Но вот я по силе возможности тоже вот с девчонками со всеми участвуем в этом. На СВО отправляем. Начали мы сначала вязать прясть, носки шерстяные. Потом начали уже мы отправлять продукты питания. Кто чем мог. Картошки, морковки, консервацию, перчатки, варежки вязали. Неравнодушные жители села Васькино Туйрайлы очень активно помогают бойцам с самого начала акции «Своих не бросаем». Все стараются участвовать в добром деле и поддержать ребят, участвующих в специальной военной операции. У нас СВО таких условий нет, чтобы нормально закипятить, заварить. А так кружку бросил, пакетик. Мы и сами попробовали здесь сделать. В общем, вкусный чай получается. Стараниями жителей села расфасовано уже более 500 пакетиков чая. Душистый травяной чай из целебных трав бойцам отправят вместе с гуманитарным грузом. Айгуль Зиатуллина, Булат Миниязов, Баулинское телевидение.